городском телеграм-канале «Вести с Дворянской» рассказывают о том, как в Самаре проходит месячник по благоустройству и выкладывают фотографии уборки Кировского района. На распределенные территории вышли подрядные организации. МПУ «Кировская», УК «Активные жители», сотрудники администрации и глава района Игорь Рудаков. К среднику присоединились и сотрудники администрации Самарского района. Они очистили фасады зданий и водосточные трубы от остатков рекламных объявлений. В телеграм-канале района выложены фотографии жителей, которые убирают свои дворы и раскидывают остатки снега по адресам: Алексея Толстого, 10-12, Кутикова, 8, Галактионовская, 66. В телеграм-канале железнодорожного района рассказывают об опасности угарного газа и напоминают, что он не имеет запаха, поэтому определить его присутствие в помещении сложно, а риск отравления этим веществом сильно возрастает. Чтобы избежать отравления, нужно соблюдать правила использования газа в быту. Глава Ленинского района Елена Бондаренко рассказывает о том, как в Самаре чествовали победителей акции «Мужчина города-2021» и поздравляет лауреатов, признанных лучшими мужчинами района.